самая лучшая еда на масленицу. Это сало. Самая любимая еда для украинца, Люда. Это что? Сало. Сало. Класс. И... Она сало есть. Я помеху. Класс, тоненькая. Я уже какие шматки нарезала. А ты не умеешь. Я все умею. Ну же не хочу просто. Бородина все равно. Наталья из Италии так вот за милину говорила, что глянь, теперь я уже лет по 500 лет не ела, захотелось милину. А как она называет морковку по-корейски? Маркча? Марковка. Как-то так смешно она назвала как-то на морковку по-корейски. Марковча. Люди, когда смотрели распаковку у Натали из Италии, она пока забыла показать сало. Там одна женщина пишет, ну блин, тогда я дождусь сала уже. Она, фу, слава богу, Наталья выслала сало. Это женщина из Финляндии. Финляндию? Так давай тоже из сала. Ой! Вышим сало в Финляндию. Я не знаю эту женщину. Так хай напиши. Напишите, кому надо сало в Финляндию. Какой хохол без сала, а? Норвегия, Финляндия. Какой хохол без сала? Филадельфия. Да, не могу остановиться, все, хватит. Так, тихо, ушла. Это моя тарелка. Шкурка тоненькая, класс. Хотели поехать в город на блины? Ну, на... В городе там устраивают. Холодина. Там гулять негде. Очень холодно. Да, Дося? У меня есть видео на канале, как масленица прохожая приехала. Угу. Сколько? 3 года назад? Это много так же? Сравнить те годы, как было тепло, и как в этом году. Холодина какая. Это ж вообще. Не, было бы холодно вон 2 года сколько назад. Ну, солнышко ж было, Люда. Все, всем пока. Пока, мам. Мама дорогая, моя артистка. Всем пока. Пускай, пускай. Она хоть девочка и взрослая, но для ее работы управляющего хорошо вести канал, выговариваться, правильно ставить речь. Не гакать, а? Я вам сейчас покажу. А-а-а-а. Я ее учу. Следи за речью, следи за ударением. Пока не очень получается. Но я сама не эталон. Но тем не менее, у меня для этого есть необходимые знания, чтобы правильно ставить предложение. Но пока нет. Ничего, я ее буду учить. Надо развиваться, спілкуватися на українській мові і на російській мові. Треба спілкуватися. І ставити, звісно ж, обов'язково ударення. Йдемо в Європу. В Європу. Do you speak English? Yeah! 100%. Слишком много для Женечки, чтоб... И то... Куда ей деваться? Я несколько лет не Женечка. Целый мешок ей надо будет отдавать. Смотрите, какая Алинка шикарная. Я в ней пойду в театр. Театр, да? Хорошая юбочка. Тут нет у нас, получается, она просто так завязывается. Ага, вот. Ну там талия узенькая-узенькая. Да. Ты давно ее купила? Да, тут надо просто вставить молнию. Ну или крючочек какой-то. Так, мне нужен такой топик тоже купить. Ой. Мне под кость зеленую кофточку. О, смотрите, какая красивая. Угу. Да? Да. Только... Алёхушка! Тогда мне надо до 17, потому что я накормлю бурану. Ну завтра подъеду к Женечке, она сделает. На Кармину Бурану идешь? Это что, опера, да? Там где сам Велка поет? Ну, он в этом году не поет. Он же у Светы день рождения. Ну и хорошо, то чтобы не писали, что это. Ты его поджидаешь. Смотри, какая красота. Правда? Да, красивая юбка. Лю, тебе надо было балериной быть, точно. Ой, Люда, я не могу. Какая-то... Ой! Сейчас, подожди. Слушай, я скажу за мое лицо, что оно такое красное. Сейчас, подожди, остановись.
Лицо красное. Что ты выпила? Расскажи зрителям, что ты выпила сегодня, что у тебя лицо такое красное? Я лечилась и перелечилась. У меня есть витамины. Я пью, выпила витамины. Угу. А потом вспомнила, что у меня еще цинки есть. Я, дурочка, не одну цинка выпила, а две. И смотрите, у меня кровообращение улучшилось, и он пятнами аж пошла. А я говорю, вот, Люда... Мне... А что это такое? Что-то шершавое. А я говорю, Люда, у тебя температура, она горячая. Я... Кровь Лукалина. Гоняется, руки теплые. Нет, сейчас ты, кстати, уже не такая красная. Но такого руки горячие, было, да. Я прям аж буграми. Так нет, я как будто бы со спа вышла. Да. Две таблетки цинка. Плюс еще есть цинк какой-то в этом. Соотношение во витаминах. Да. Понятно. А-та-та, а-та-та, а-та-та. Ладно, ты идешь. Сейчас... Ты гладишь свои вещи, правильно я понимаю? Так. Девочки, ой, ты боже, что... Какой красивый цвет, я в шоке. Что она вытворяет? Знаете, что она вытворяет? Это цвет же передать. Так красивый, красивый цвет. Ой, так красиво, положи эту лампу, вообще еще лучше да? стало, да. Ладно. Очень красивый цвет, да. Тут еще подкладка. Ой, музыка прекрасная. Подкладка. Дуда, угу. Обратите внимание. Да, обращаю. Она покрашена в синий. Обращаю. Мамня покрашена в синий цвет просто, и она линяет. Ой, я стирала. Ой, я глажу, у меня вся уже гладилка в синяя. Такое впечатление, что зеленку разлили. Хорошо, что я, как всегда, не смешала с другими вещами. Ты же знаешь, как я стирать могу. А в ней можно и на свиданку в этой юбке. Конечно. Мне нравится. С Левушкой на свидание. Лай-лай-лай. Ой, балерина, гляй, как это нам в балет любилось. Да, ну давай, па сделай. Кого? Па, как там они па? Ну, пускай тебе стойку, поставь ножка, как балерины стоят. Ставь, поставь ножки. Ну, во, молодец. Ножку, вот, да, ножки. Ножки поставь. Да. В 25 лет занимаемся балетом. Не 27? А, 27 тебе, извините. Вот, давай, на меня. Ох ты, ну точно. Да. Вот, и поломай только ноги. Лёва! Покраснела, хай бог мыла. Хай бог. Только цинка выпить. Бабушка еще, у меня шея красная, молока мне дала. Да. Фу, у меня аж живот распирает. А сколько ты сегодня съела блинов? А сколько ты вообще сала поела сегодня? Мы сало сегодня... я сегодня грамм 100 съела. Мы сегодня дали жизни, короче, по еде. Ладно, доча, давай, гладь, моя девочка, давай. Глаза выпучил. Мам, ты поняла Женечке завтра? Что да, поняла Женечке завтра, да, поняла. Вот и прощенное воскресенье прошло. А тебя может не пропустить YouTube, кстати. Да, что тут? С балета? Конечно. Ну, мне ж пропустила. Спасибо, Люда, тебе. Да, я, ну, ускоришь чуть-чуть на децл. Нормально вообще. Да не пакет. Лёва, я как на меня смотрю. Я тут проэкспериментирую. Люда, вот пакеты повесила. Чего ты, бог ты мой. Что-то хотела своим девочкам сказать и забыла. Надо проверить сейчас музыку. А, вспомнила, что хотела. О, сейчас платье будет моё. Сейчас надо будет платье моё. Ну, выключи музыку, вдруг не пропустит, действительно. Что я буду, как дурочка, вот это вот. Вот и прошло сегодня... Господи, прошло сегодня это... Прощальное воскресенье. О, ух ты, бози! Кстати, мне одна девочка написала, что ее можно, чтобы не расстраивалась, а куда-то поеду отдыхать и на купальник сверху одевать, и как тунику. Ну, да. И нормально. Галстук вот обрежу и буду на пляж как тунику носить, Люда. Да. На пляж можно ездить. Да. За руль села, купальник надела на пляже. Да, девочки? Да. Да. А то я переживала. Ну, нету кэба, ну не всегда ж кэба работает. Ну как, Люда, короче. Ну, рубашку. Ну там одна девочка написала, что будет. Я купила рубашку на бабушку Веру. И то по росту, это уже волочинка. Прикиньте, бабушку Веру в платье в рубашке. Мне как будет по пятке. Все, рост там. Угу. Ой, ладно.
Я хотела сказать, что вот и прошло прощальное воскресенье. У нас холодина страшная. Стирала целый день шмоточки. А моя доченька целый день кушала. Я, конечно, не хочу вам показывать, но это неприлично показывать. У нее вот она сейчас стоит у меня в нижнем белье и в топике. Даже ножки красные. Люда, прекращай экспериментировать с этими витаминами. Какие ты витамины выпила? Цинк! Цинк, нормально, две таблетки. Глянь, прямо рыльце красное. По-моему, в день одна таблетка. Я выпила две. Переборщи. Ух, у тебя пресс какой. Ты сожрала блином, сколько у тебя, Лянь, пресс какой. У нее живот выпученный. Ой, живот выпученный, мама дорогая, у нее живот выпученный. Давай, я хочу классику послушать. Ладно, слухай, давай. Друзья, вечерний сабантучик был.